Анубасики в гости позвали. С пустыми руками же не пойти. Чё придумать-то, а? За мной никто не гонится. Вот это будет подарочек нубасам, конечно. Вот это я стырил этот кейсик. Погнали. Быстро, быстро, надо сейчас главное добежать, чтобы все было спокойно, тихо. Так, они мне говорили со спавной, выбегаешь и прямо все. Ага, нифига тут сколько полета. Так, надо тихо, потихо, потихо. Пробежать, пробежать. Нубасы, 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 нубасы. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, здорово. Ой, привет, привет. Здорово. Ты что здесь делаешь? А, это. Ты что нам дверь сломал, Тони? Я случайно, простите. Короче, это же лучше нубас. Пацаны, что, встречайте меня с хлебом, с солью и лайки мне, нет. Пожалуйста, поставьте, я пожалуйста. Я могу тебе такой бургер дать и да, лайки. Да, и лайки поставьте мне, пожалуйста, сможешь? Да, лайки, это само собой, без лайков вход в наш домик вообще никак невозможен. Да, тогда я сейчас поставлю, оп, поставил, все. Это кто? Это свинья, это кто? Закрывай, все. Так, ладно, все, окей. А у вас подписки в доме не найдутся случайно? А, я уже подписался. Отлично, в нашем сундуке. Все. Короче, а, нет, пацаны, здесь есть только одеялки. Пацаны, я вам подарок принес. Мы любим подарки, конечно, давай. А уверены? Будь здоров. Спасибо большое. Прокидывал, подарок вкусный? Ну, не совсем. Он очень офигительный, только он нелегальный. Ты что, мы сделали что-то запретное? Да, полиция придет. Я его... Не-не-не, тихо-тихо-тихо. Я его ради вас украл. Ты украл подарок ради нас? Ага! Маринка! Ну пас, Маринка! Короче, подождите, где... получается. Не, где его поставить? Скажите. А, давай, давай вот здесь, около бургеров, это наше священное место. Да! А это что вообще тут за склад бургеров? А, так это сидушка из бургеров. Да, смотри, оп! О, как да, здесь, чтобы здесь можно было прыгать, смотри. Что-то не похоже, что мягко тебе было, знаешь? Как да, мягко и вкусно! Так, стоп, давайте, вот здесь, значит, ставим, да? Да-да-да, давай прямо здесь, вот на этом блоке. Вы готовы? Смотрите, что я вам принес. Та-дам! Это что, сундук? Прикольно, в нем можно вещи складывать. Да ты дурак, что ли? Это кейс, кейс! А, тот самый кейс со спавна. Да я его стырил прям со спавна. Открой. Ты что? Зачем ты его стырил-то? А, не-не-не, не битбокси, пожалуйста, не битбокси, не битбокси. Так праздник же! А, праздник, давай битбокси. Все, 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 молодец. Попробуйте открыть этот кейс, это же реально... Вот попробуйте, я вас не обманываю. Как открыть-то? У нас же кейсиков-то еще нету с нубасом. А, да? Да. То есть вы не покупали ключики? Нет, ты что, нам денежки жалко. Как жалко-то? Ты знаешь, что из них выпадает, между прочим? Я вообще-то ради вас стырил этот кейс, поставил, и вам денежек жалко. Вы что, дураки, что ли, совсем? А, блин, ну, может, мы купим с тобой кейс? Понимаете, что из этого кейса может выпасть тролль? Это самая-самая дорогая привилегия, которая стоит 15 тысяч. Самый настоящий тролль? Да. Нифига себе, ты что, получается, нубас может стать троллем? Да, а это кто у вас тут? А это, короче, нубас, он когда в спячку ложится, вот он таким просыпается. Да, я проголодаюсь, бургеров не покусываю во сне, и вот таким становлюсь. Вы что, дебилы, что ли? Не, мы не дебилы, мы просто тупые. А, ну да, точно, забыл совсем. Так, пацаны, надо что-то решить с покупкой кейсов. У меня потому что тоже ключей нет, надо зайти на сайт и купить. У вас есть компьютер? Да, у нас есть компьютер, смотри, у вас даже специальная комната, иди сюда, да, смотри. Так, ух ты, у вас тут часики даже, ага. Это не часики, это камера. И что это такое здесь? Это компьютер наш, он такой просто немножко старенький, он, короче, 1801 года. Вы что, дураки? Он немножко постарше нубаса, на пару лет всего лишь. Капец, а это что, клавиатура что ли? Почему тут 9 клавиш и всего? А так там всего циферки, зачем остальное это что-то надо? А это системник, да? Да, он такой вот огромный. Так, ну ладно. Он очень сильно перегревается. Давай, тогда я сяду сейчас и попробую купить кейсов, да? Да, конечно, да, попробуй. Ты его включи сначала. Сейчас, включу, где вот это включение? Сейчас фигня, почему меня назад откидывает? Блин, что ты, Ну что, оттуда что ли обошел? Нифига себе, прокинул, ты что здесь что ли? Привет. А ты как там оказался? Это что было? Я не знаю, это компьютер включился, вентилятор тебя вдул.
Вентилятор у вас что там стоит-то? Вы его выключили, надеюсь? Нет, там пока что хаос в комнате творится. Какой хаос? Выключите, пожалуйста, я заходить туда не буду. Сейчас я попробую выключить. Выключил. Нет, не смог. Сейчас еще раз попробую. Давай. Капец. Что происходит? Ты на него не смотри. Сейчас продукты там немножко прогреются. Выключил, выключил. Будет нормально работать. Отлично. А как кейсы-то мне купить теперь? Ну, короче, смотри, есть еще один такой способ. Очень хороший. Сейчас тебе покажу. Короче, тебе нужен ремень безопасности. Вы что, совсем что... Эй, можешь включать? Ну, бас, пошли, а то я все, нас сейчас тоже сдует. Нет, стойте, пацаны. Давайте вот так вот делаем, вот так, оп и оп. Да, давай, давай. Пацаны, вы совсем, что ли, дураки? Ладно, ладно, я попробую. Так, надо сначала его включить. Сейчас, надо встать на место. Тяжело, тяжело. Держись, есть, включил. Давай, беги! Дубас, ломай, чтобы он вылез! Я в компьютере, не ломайте, не заходите, я тут внутри! Не заходите сюда! Все хорошо, ладно! Дубас, пока что мы туда не заходим, держись! Лучше спрячься вообще, Дубас! Спокойно. Берем, вводим ник. Ага. Сначала я куплю себе 10 штучек, и потом всем остальным. Так, 10 штучек. Купить. Капец, блин, вообще какой-то. О! Нубы! Я все. Все прям, а где все? Да. Ты точно все купил? Ага. Давай сюда, давай быстрее. О, нифига, я сильный какой, сломал перегородку. Подожди, а ты нам тоже кейсики купил? Да, конечно, я всем купил. Круто, Нубас, у нас с тобой теперь будут кейсики, у нас будет с тобой тролль, Нубас. О, сколько кейсиков? Целых 10 штук. О, у меня тоже 10 штучек, нифига себе, спасибо тебе. Спасибо тебе, братишка! Подождите, дайте я тоже проверю. У меня вообще пришли кейсы. Да, у меня пришли кейсы. Все. 10 штучек копил. А ты тоже себе 10 штучек купил, да? А? Ты тоже себе, получается, 10 штучек купил? Апчи! Будь здоров. Ты что там умираешь, что ли, опять? Я просто оглох, видимо, после вашего компьютера. Вообще, можно я сюда больше не буду заходить? Давай, можно даже вообще эту комнату заделать. Ой, я бургер хочу покушать, подождите, да. Перекус. Чур, я первый открываю. Готовы? Погнали. Ну давай, открой. Ай, меня же скинуло. Смотрите, квест летает, у меня квест летает. Нифига себе. Нет, его не будет, я буду. Главный админ не выпал, пацаны. Пацаны, знаете, сколько он стоит? Я второй. Пацаны, главный админ стоит, между прочим, 470 рублей. Нифига себе, сейчас посмотрим, что мне выпадет. Давай, дайте нифига. Тролль. Я уже думал, создатель, чё? Ты чё, лысый, вообще, что ли, дурак? Как тебе создатель? Офигеть! Создатель, косарь! Представляете, косарь стоит создатель, как так-то? Тролль! Сейчас, смотрите, что выпадает прокиндолом. Вы готовы? Давай! Будь здоров! Потребуйся! Смотрите, квест летает, квест! Это что? Это так нечестно вообще! В смысле нечестно? Квест с третьего кейса! Смотри, Владус, здесь стоит квест, и ты, получается, теперь тоже квест! Я теперь тоже квест, получается, да, я говорю. А я буду квестом, давай посмотрим! Блин, у меня даже квест не летает! Все, открывайте, теперь вы, я... У меня тут роль есть! Я поберегу ключи, чтобы потом... Основатель! Офигеть! Основатель, он же стоит 1800, да? Да! Теперь я! Давай, давай, погнали! Да ладно, тролль, квест! Три квеста летают, да ладно! Главное! Я же офигел! Подождите, пацана, это что тут за кровать у вас? Это вы тут спите? А, да, это мы спим, и у нас тут еще одеялки есть в сундучке. Да! Это же земля! Так мы так накрываемся, смотри, мы берем одеялки, и вот так вот накрываемся. Вы что, идиоты, что ли? Так ты же знаешь, как медведи... Дай пять! Давай, держи! Ты что наделал? Кстати, пацаны... Мы сейчас замерзнем! Пацаны, а у вас тут это... Это что такое? Это антенны! Зачем? Интернет нас ловит! Чтобы ты кейсики покупал! Я-то думаю, почему интернет такой быстрый был? Почему я думаю, так быстро кейсы купил? Ладно, все понятно. Погнали дальше открывать. Пошли. Погнали! Все, теперь я открываю кейсик.
Так, сейчас посмотрим, что мне выпадет. Да, давай, давай, давай. Я пока не хочу открывать, потому что у меня очень хорошее выпало. Лучше на этом остановиться. Так. Да, блин, у меня что-то ничего толком нет. Вип. Вип, стой. Ну, базики, вип. Да хватит меня в паутину вашу отбрасывать. Я сейчас здесь все разломаю. Ты зачем все ломаешь? Ой, простите, простите. Так, теперь я открываю сундук. Да, давай, 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 открывай. Да опять в ноль летает. Как вам так вообще? Я понять не могу. Спонсор! Спонсор стоит, вы видели сколько? Сколько? 2800! Нифига себе, это что он получается? Круче меня теперь, что ли? Да! Ну бас, мне нужно это делать. Будь здоров! Спасибо, твоя! Два квеста! И выпадает! Создатель, блин! Я уж думал, капец, у меня аж сердце заколотилось, думал, сейчас тебе квест выпадет, думал, ну квест. Думаю, что вообще за фигня, пацаны? Капец, я открываю, я открываю. Ты же хотел поэкономить! А, да, не слышу, не понял. И... А, понятно, а ютубер, черт возьми, блин, что за фигня? Пацаны, подождите! Что такое? У меня есть идея. Давайте пригласим всех подписчиков сюда, в этот домик. Он же недалеко от спавна, чтобы они тоже могли этот кейс открывать, а? Да, он прямо на спавне почти что находится. Да, подождите. А мне кажется, это очень знакомая местность. Сейчас, подожди. А? Эй! А? Эй, у меня здесь дом стоял, вы чё офигели, а, чё значит, а? А, чё, а? А, ну бас, пошли в домик. Пацаны, вы, а ну-ка, стоять, идите сюда. Открывай.